Ну что же, все задачи для повышения уровня у нас выполнены, и мы переходим на новый 7-й уровень. У нас есть новый продукт, новый зомби плюс 2 плутония. Друзья, всем привет, с вами канал Страна Игрляндия, и мы продолжаем играть в охотников на зомби. У нас есть возможность купить новую зомби-выжималку, Джилли Билли, с яблочным вкусом, насколько я понимаю. Это, наверное, самая отвратительная штука во всей Солнечной системе. Да уж, чуток моторного масла добавить, вкуснятинка. Так, чтобы загрузить первых две зомби-выжималки, зомби у нас хватает. Загружаем, первая зомби-выжималка загружена, вторая. Ну а новеньких зомби нам придется еще споймать. А посмотрите-ка, чтобы перейти на новый 8-й уровень, нам нужно еще сделать две задачи. Это экипировка, улучшить гарпун, длину веревки увеличить, это мы сделали. Так, и купить нового дрона. Эй, приятель, ты похож на того, кто хочет купить поисковых дронов. Ой, позвольте представиться, меня зовут Рауль, и я незаменим во всех вопросах, касающихся дронов. Наши дроны, может, и слегка БУ, но дешевле и куда надежнее прочих. А давайте-ка посмотрим, дрон стоит 250 монеток, и это не так дорого, и мы покупаем. Поздравляю с лучшей сделкой в твоей жизни, приятель. Запомни, зомби прилетят к вам пулей, стоит лишь позвать Рауля. Отлично, со вторым дроном мы найдем в два раза больше зомби. Оба дрона обнаружили зомби. Поохотимся сегодня на славу. Итак, первая локация с обнаруженными зомби. Охота началась. И как всегда, выбрасываем кусочек, вернее не кусочек, а целые мозги. Так, а вот и наш зомбик. Ух ты! Какой крутой зомби, он меня сходу оглушил. Сейчас мы тебя споймаем. Промазал. Он же уйдет. Фух, споймал. Еле успел. Да, это было неожиданностью, что он бросается молотом. Нужно быть намного внимательней. Так, здесь парочка зомби. Ну, здесь зомби обычные, и мы их легко смогли споймать. Так, а здесь у нас целых три зомбика. И вот какая неудача. Снова зомби, который в бочке. Ну, этого мы легко споймали, а вот еще парочка. И этих мы споймали. Ура, ребята! В этой охоте мы смогли споймать всех зомби. И нам дали еще один значок. Так, и в скором времени мы закроем все значки новичка. И нам должны дать какой-нибудь приз. Вторая локация, десантируемся, сходу убиваем змейку. Так, первый зомби пошел, есть. А давайте-ка убьем летучую мышку. Так, сначала зомбик и летучую мышь. За нее мы получили 10 монеток. А вот и еще одна летучая мышь. И 10 монет нам будут не лишними. Первый раз промах, а со второго раза мы ее подстрелили. В этом болотце у нас сидит всего один зомбик. Сейчас. Ой, а это плохой зомби. Ребята, посмотрите, какой он резвый. Если он начинает выползать, и мы к нему подбегаем... Вот это да. Как вовремя мы выстрелили. Эти зомби опасны. От них нужно как-нибудь уворачиваться. А то оглушит. Вот как сейчас. И что нам делать? Он еще и
хвостик. Еще и молотом бросается. И резвый какой, ай-яй-яй. Есть. Я уж думал, что все. Мы его не споймаем. Быстренько возвращаемся к нашей локации. Там еще должны стоять зомбики. И вот он, последний зомби. Итак, ребята, всех шестерых мы споймали. И получаем еще один значок новичка. Далее что? Отправляемся в кафе. Смотрите-ка, все задачи мы выполнили. Так, ну давайте-ка сначала загрузим наши зомби-выжималки. Так, все зомби-выжималки работают, и мы можем переходить на новый уровень. И у нас здесь есть возможность улучшения и плюс 2 плутония. И на 8 уровне нам нужно будет выполнить новые задачи. Продать 10 новых товаров, улучшить новую зомби-выжималку и улучшить наш гарпун. Так, ну зомби-выжималку мы уже улучшили, а также сейчас улучшим гарпун. И на мощность, и плюс еще на длину веревки. И все, монеток у нас не осталось. И нам только нужно продать еще 5 товаров, и мы перейдем на 9 уровень. Один из наших дронов обнаружил новую локацию для охоты на зомбиков. И мы начинаем охоту. Здесь нам нужно будет споймать 5 зомби. Так, первый спойман. Ждем. А вот и второй. Замечательно. Так, а третий мне не очень нравится. Я не люблю этих в бочке. Так, третий пойман. Отлично. Так, в этом болотце у нас один зомбик. Выбрасываем приманку и ждем. А вот еще один зомбик пойман. И последняя приманочка. Есть! Все зомби пойманы. А вот и пятая локация, на которой мы споймали всех зомби. И мы получаем первую награду, начинающий ловец, за которую нам дают 2 плутония. Так. Ну что же, возвращаемся в кафешку. Все задачи для перехода на новый уровень мы выполнили. Так, и вот долгожданный новый 9 уровень, на котором мы получаем плюс 2 плутония, а также возможность приобрести новую экипировку. А вот еще один поисковый дрон обнаружил новую локацию с зомбиками, и мы отправляемся на новую охоту. Так, в этом болотце один зомбик. Выбрасываем приманочку. А зомби у нас получился не очень хороший. Как так? Он перепрыгнул через меня и побежал в обратную сторону. И я не успел его заарканить. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо. Так, и вот мы у очередного болотца. Приманка выброшена. Но сейчас-то мы будем поаккуратней. Ну да, и зомбик у нас намного легче. А вот здесь целых 3 зомбика, и это мне не нравится. И снова зомби, только уже не в деревянной бочке, а в железной. И я не успеваю его споймать. Что же делать? Отлично, от молота мы смогли увернуться, а вот зомби оказывается очень прыткий. Но все-таки этого мы споймали. Выбрасываем очередную приманку и идем. И вот четвертого зомби мы споймали, но все-таки двоих в этот раз мы упустили. И значок для повышения уровня охотника нам не дали. Монеток у нас не так много. Так что загружаем наши зомби-выжималки. Для улучшения мне так не хватает. Загружаем зомби-выжималки. Одна, вторая и третья.
наши коктейли пошли в продажу. Отлично. Так что немного денежек у нас прибавится. Ну что, ребята, с вами был канал Страна Игрляндия. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч!